Здравствуйте, друзья! Сейчас я буду готовить простой и полезный, вкусный праздничный салат с горбушей, с огурцом, с фасолью и с зеленым луком. Для этого мне понадобится 1 стакан белой фасоли, я взяла консервированную. Здесь у меня яблочный уксус, я возьму всего лишь там 1-2 чайных ложки. Зернистая горчица, оливковое масло, соль, лук и огурец. Сейчас я открою горбушу и приступлю к приготовлению салата. Еще я добавлю в салат помидор для вкуса. Помидоры я нарезаю мелкими кубиками. Огурец я тоже буду нарезать мелкими кубиками. Огурцы тоже нарезала мелкими кубиками. Осталось нарезать лук зеленый. Лук нужно порезать просто мелко. Лук тоже нарезан. Теперь салат можно будет собрать. Перекладываю все в 1 большую миску. Один стакан фасоли сюда же. И горбушу. Вот такими вот крупными кусками я ее разделала. Не стала мелко разделывать, а крупными кусками выкладываю сюда же. Так, пока перемешивать не буду. Сейчас я приготовлю соус. Для заправки я беру 1 чайную ложку зерновой горчицы. Две чайных ложки яблочного уксуса. Все там уже есть, 2 чайных ложки. И по рецепту 4 столовых ложки оливкового масла. Ну, я посмотрю, может быть, я возьму только 2. Мне кажется, что этого уже достаточно. Нужно салат поперчить. Залить заправкой. Попробовать. Я сейчас перемешаю и попробую. Если нужно, надо будет посолить. Да, посолить надо. Салат готов. Сейчас я его переложу в салатницу, и нужно будет дать ему настояться.
а потом уже кушать. Вкусный и полезный салат готов. Благодарю вас всех за внимание. Всего вам самого доброго. До скорых встреч. Подписывайтесь на мой канал.